Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Валерий Шикунов. Погодка сегодня, мягко скажем, не особо шепчет, но не стоит забывать, что сегодня, как ни крути, 1 июля. А июль – это, пожалуй, самый ягодно-урожайный месяц в году. И вот, пожалуйста, тому фото подтверждение. Это от Оксаны Щеколовой земляничка. Где-то цветочки, а где-то вот уже и ягодки поспели. Вкусно! И вдогоночку еще земляничка, целый кувшинчик и не маленький такой, на телезрительском кадре от Анатолия Светловича. В общем, июль, друзья. Мы у первого подъезда дома номер 24 по улице Чкалова. Типичная хрущевка. Строились эти дома, кто не помнит, на рубеже 50-х-60-х годов. И вот этот вот американский клен – ровесник этой самой вот хрущевской пятиэтажки. На стволе, не угодно ли взглянуть, здоровенная трещина. И, что характерно, с той стороны ствола еще одна такая же. Возникает вполне закономерный вопрос. Как долго простоит это дерево вот так? А оно и так, между прочим, примерно под углом градусов 45 над пешеходной дорожкой. Вполне понятны опасения жителей дома. Опасение первое, что пешеходная зона. Второе, детская площадка. Если она упадет, это дерево упадет, оно упадет на детскую площадку. Это раз. Второе, кабеля стоят силовые. И столб вот этот бетонный, он тоже с трещиной. Опасаемся того, что могут быть жертвы. Никто ничего не предпринимает. Объяснили ситуацию эту всю службе спасения. Они сказали, что у управляющей компании нет денег на это убрать его. Началась эта печальная история с треснутым деревом после недавнего урагана. Жители дома позвонили в службу спасения. Те приехали, посмотрели и сказали: «Ребят, у нас такой техники нет, обращайтесь в другие инстанции». Сегодня трещина пошла еще шире и больше. В пятницу позвонили в службу спасения 112. Они приехали, посмотрели, сказали, что у них нет техники. Дали телефон дровосек.ру 59, что они рубят платно это все. И уехали, сказали, что сообщат другие какие-то организации, и на этом все закончилось. Так что сегодня история с опасно накренившимся деревом у первого подъезда дома номер 24 по улице Чкалова не закончена. Точки нет, есть многоточие и весьма опасное для людей многоточие. Если жители 24-го дома по улице Чкалова только опасаются падения дерева, то у обитателей дома 31А по улице Нефтяников проблема совершенно другая. Дерево уже упало. Вот, пожалуйста, результат. Туда теоретически должна идти пешеходная дорожка. Вы ее видите, и мы не видим. А она, между тем, есть. Только воспользоваться дорожкой у жителей этого и соседних домов ни малейшей возможности нет, потому что рухнувший здоровенный гнилой ствол перегородил ее напрочь. Причем случилось это печальное событие более 2 недель тому назад, куда только люди не обращались. Никому они, видимо, не нужны, потому что как лежало дерево поперек дорожки, так и лежит. Напоследок, как всегда, по понедельникам дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И победителем нынче становится Юрий Дубровец и чудо-рыба, пойманная им недалеко от городского пляжа. Юрий, вам достается вот этот вот симпатичный настольный кулер от компании «Водолей Элит». Необходимо провести санитарную обработку или ремонт кулера? Звоните «Водолей Элит» по телефону 298-98-73. Ну а Игорь Гиндис и Валерий Шикунов на этом заканчивают свою сегодняшнюю работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300, сайт в интернете refey.ru. И обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ну а на сегодня это все, друзья. Спасибо, удачи, пока.